Во многих городах и разных странах животные предсказывают весну, и херсонская собака Делиция предсказала, что весна будет умеренной и будет в марте два холодных дня, 14 и 15 марта с отрицательной температурой. А вот такой вот Херсон в первый день весны, люди все довольные, чувствуют, что пришло уже тепло. Красивые кадры цветов для настроения.